15 лет назад, а именно в 2007 году, режиссер Сергей Усуляк представил детективный сериал «Ликвидация», рассказывающий о борьбе советской власти с преступностью в Одессе в послевоенное время. Некоторые артисты, исполнившие роли в картине, уже покинули этот мир, и про это мы поговорим сегодня. Владимир Меньшов. Советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов в картине сыграл командующего Одесским военным округом маршала Жукова. Однако прославился Владимир Валентинович не актерскими, а режиссерскими работами. Среди них такие картины, как «Москва слезам не верит», за которую Меньшов даже получил Оскар. Владимир Валентинович ушел из жизни в 2021 году. Причиной смерти послужил COVID-19. Юрий Лахин. В 2021 году покинул этот мир еще один актер сериала «Ликвидация» – Юрий Лахин. В проекте ему досталась роль полковника Чусова, начальника военной контрразведки округа. Причиной смерти Юрия Николаевича стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Виктор Смирнов. Советский российский актер Виктор Смирнов, сыгравший полковника милиции Андрея Амельничука, умер в 2017 году. Артиста погубило онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение нескольких лет. Творческая карьера Виктора Федоровича сложилась успешно. Он снимался в более чем 70 проектах. Юрий Овшаров. Советский российский актер и режиссер театра Юрий Овшаров в сериале исполнил роль контрабандиста Седого Грека. Юрий Михайлович редко снимался в кино, на его счету около 15 проектов. Юрий Овшаров умер в 2010 году. Причиной смерти послужила тяжелая болезнь. У знаменитости осталась жена и дочь. Вячеслав Молоков. Актер, сыгравший первого секретаря Одесского горкома партии Михаила Куматова, ушел из жизни в 2010 году. В марте этого года он, играя в спектакле «12-я ночь», почувствовал ухудшение состояния. Начались боли в спине. Медики поставили ему диагноз воспаления седалищного нерва. Но назначенное лечение не помогало. Снова обратившись в больницу, актер узнал, что ему был поставлен неверный диагноз, а на самом деле у него обширный инфаркт. 28 марта ему установили сосуд сердца, стент, а 29 Молоков внезапно скончался. Геннадий Чулков. Советский российский актер Геннадий Чулков в сериале сыграл директора дипломатического интерната. Творческий путь он начал в 1964 году, играя как в фильмах, так и в многосерийных картинах. В этом списке такие проекты, как «Кулагин и партнеры», «Адъютанты любви» и «Лесник. Своя земля». В 2017 году Геннадия Фроловича диагностировали рак желудка. В этот же период артисту сделали операцию, после которой он и скончался. Игорь Арташонов. Актер сериала «Ликвидация» Игорь Арташонов, исполнивший роль Эвы Радзакиса, ушел из жизни в 2015 году. Причиной смерти послужила тромбоэмболия. У артиста осталась жена Кристина Рубан. Чаще всего Игорю Геннадьевичу доставались роли военных бандитов или заключенных. На его счету более 60 проектов, в числе которых «Зона», «Универ» и «Власик. Тень Сталина».